Хай! Хай! Желает успеха тебе, Максиха. Вот, приобрел недавно два диска на Apple Desk и Penumbra, но они были без коробок. Это 30, это 40 гривен. Это у этого, как его. Без коробок, да. Это я сам коробки уже вставил. И продаю уже в коробках. А, кстати, это с-под мой Бенджел остался. Вот. Ну, что сказать. 40 гривен за вот это вот, блин. Не по-харьковски вот это вот, блин. Что это за... Такое, блин, максимум гривен 20. Ну, я так считаю. В Харькове продавать своим же. Вот ты балочники уже, а. Это этот, Глумерхи. Звездные войны там у него нарисовано. И вот тоже, ну это 30. Чего? А чё не 40? Сказал бы уже 40. Тоже, блин, по мелочным баркам, по балочным меркам, блин, оговорился. Это, блин, ну 10 гривен по нашим ценам. Ну 20, ну ладно. Хорошо, 20 гривен вот это стоит. Ну, для своих, как бы. А он дерет, блин, мне деньги нужны. Ну, блин, деньги всем нужны, я понимаю, конечно. Но... Ну, я их выставил по 60. Вот. Может, по 50 будет. Сейчас цены растут, потому что в коробке. Вот, ну ладно, это уже нормально. Вот, по 60 гривен он мне продал. Ну, это вот это нормально он мне продал сегодня, вот, да. Коробки более-менее целые. Вот Monster of Rock, Demonic, диск идеальный, царапинок. Ну, вон там что-то одна какая-то есть царапинка, но послушаю. Если что-то будет не так, обязательно сниму, наверное, ролик. Или увидеть уничтожение этого диска, если он не будет считаться. Вот. Iron Maiden у меня там он есть диск. Скоро я его буду уничтожать. Вот. Ну, люди как бы FMS, они мне денежку отдали за него, потому что я позвонил им как раз, когда скакало, и они слышали, что он скачет. Вот. Как бы, к сожалению, так вот. Ну и второй диск вот тоже. Тоже Monster of Rock. Тут тоже что-то Monster of Rock, да? Ага, все сходится. И вот тут тоже вот диск 89-го года Testament. Вот это по 60 гривен. Ну так это нормально, в коробках принес. Ну тут он пыль. Вот так вот диск идеальный. Царапин я не вижу. На свет посмотрел. Тоже вот отличный альбомчик. В принципе, фирму хрен достанешь где. Сейчас, а если доставать, так сколько же она будет стоить, а? Вот. Вот, есть тут все. Книжный буклетик хороший. Ну, вот, с этими дисками проблем никаких нет. Доволен я. Очень все классно. Вот. Monster of Rock. Тили-тили, тролли-валли. По 60 гривен. Ну, это нормальная цена, да. Это ж... Это еще нормальная цена. Ну вот, Глоумерхи рекомендую покупать. Нормальный товарищ, адекватный. И отложит. И отложит. И скидку сделает. И предложит что-нибудь еще. Вот, так что нормальный чел. Рекомендую у него покупать. И как дружбан нормальный, в принципе. Все. Мой ник Warhol. Продаю я тоже на Фростере. Покупайте на Фростере. Продавайте на Фростере, ебитесь с девушками, с женщинами, вот, растите себе замену, вот, все, пока-пока, подписывайтесь на мой канал, вот, да, кстати, я делаю вскрытие сейчас каждую среду, каждое воскресенье, на этом плейлисте, я реальный Metalhead, все, пока-пока, это мое шоу.